Вітаю вас, друзі! Знову о цій порі з вами я та молодіжний клуб. І ось куди ми потрапили на цей раз. Так, молодіжний клуб у Каприці. Люди сюди приходять, аби відпочити, поспілкуватись один з одним, ну і, звичайно ж, потанцювати. Причому не аби як, а відірватися на всі 100%. Але годі базікати, переходимо до справи. Що сьогодні чекає нас у цьому клубі? А чекає нас конкурс краси «Перша леді 2015». Дівчата продемонструють усю свою красу та чарівність, а журі у свою чергу обере кращу з кращих. Ну що, ви зі мною? Ходімо! Андрей, расскажите немного об истории создания данного проекта. Я могу рассказать о истории создания проекта именно «Перша леди Миколаїв 2015». И, в принципе, мы готовили уже не первый год «Первую леди». Были яркие случаи, когда побеждали николаевские девушки на всеукраинском туре. Очень яркая личность была Ксения Терещенко. Ну, я имею в виду, была как участвовала в конкурсе. Она просто целеустремленно победила в первом конкурсе, во втором конкурсе она себя готовила. Естественно, что мы ей помогали, но самое главное – желание девушки. То есть, насколько она активна, насколько она готова побеждать. Потому что вот даже конкурсанткам, которые сейчас готовятся, мы всегда говорим, что 50% победы – это уверенность в себе. Мы готовим, чтобы они были уверены в себе. Тем более, что в этом году мы поставили очень экстремальные задачи девушкам. Они у нас разжигали костер. Они у нас стреляли из винтовки, они вставали рано утром для этого всего. Опять же таки, у них была фотосессия в реальном режиме, 5 минут на фото, никаких там постановочных фотографий. А скажите, а кому принадлежит идея создания вот этого конкурса, да, «Перша леди»? Ну, я могу сказать только одно, что есть большая студреспублика. В Николаеве она проходит постоянно. Возможно, вы слышали, что у нас в городе тоже выбирают студенческого мэра. Это делается ежегодно. И, в принципе, всеукраинская студреспублика, она проходит после того, как пройдут свои маленькие студреспублики в каждой области, в каждом городе. В этом году в рамках студреспублики проходит несколько подфестов, такие как подфесты, как «Перша леди» и так далее, и так далее, и так далее. И вот «Перша леди» – это один из мини-фестивалей был, который готовился в рамках студреспублики. Просто на сцене девушки устраивали конкурс, там «Первая леди» и так далее. Но постепенно это все переросло в такой режим, что поднялась планка, надо было готовить на высоком уровне. И конкурс «Перша леди», он в рамках студреспублики, но он отдельно, масштабно проходит. Я как глава оргкомитета занималась многими организационными вопросами, но также мне помогала моя команда, которая также поддерживала меня, брала часть обязанностей. Кто-то искал спонсоров, кто-то помогал найти какие-то ресурсы, кто-то работал с кандидатами, кто-то работал с моделями. Андрей непосредственно работал с самим конкурсом, с моделями и с постановкой всего шоу, которое мы сегодня увидим. Что мы сегодня увидим здесь на сцене? Что будет происходить? Сегодня будет происходить несколько дефиле, будут показываться творческие таланты девочек, и также мы увидим. А то, что мы увидим, это будет секрет. А как долго шла подготовка к этому мероприятию? Около месяца, даже чуть-чуть больше месяца. Спонсорами «Первой леди» является магазин «Пижон», является вода «Кривоозерская», ну, «Суперсвято», «Кава» и другие люди, которые нас поддержали. Огромное спасибо девочкам-визажистам, которые поддержали нас, которые помогли нам и которые сегодня сотворили всю красоту, которую мы будем видеть на сцене. Дуже цікаво дізнатись, як же дівчата налаштовані перед початком. Алина, переживаешь ли ты перед началом конкурса?
Могу сказать, что нет, потому что эмоции-то переполняют, но все же я настроена решительно, и у меня есть друзья, которые меня поддерживают, то есть волнения у меня совсем нет. А какая твоя основная задача на сегодня? Наверное, это показать себя с какой-то новой стороны, чтобы меня еще кто-то узнал, чтобы увидели мой талант и дали мне какую-то критику определенную. А в каких конкурсах раньше принимала участие? Раньше я участвовала в конкурсе «Принцесса замка Тамплиер» и «Мисс Даймонд Николаев». А как шла подготовка к этому мероприятию у тебя? Подготовка шла интересно, было очень много репетиций, очень много примерок, то есть выматывала ужасно, ужасно уставала, но это приносит какие-то плюсы, то есть ты узнаешь новый круг общения, это интересно и приносит пользу для тебя. Анжелика, переживаешь ли ты перед началом конкурса? Конечно, переживаю, мне кажется, любая девушка здесь очень сильно волнуется, правда. А чего ожидаешь от сегодняшнего мероприятия? Во-первых, я ждаю, что это будут просто грандиозные бешеные эмоции, во-первых, волнение, возможно, страх частично. И, конечно же, я думаю, восторг от конца, от нашего выступления, от публики, заряд эмоций. А мы начали готовить с моей подругой Таней Лукиной наш номер где-то за 2 недели. Мы будем с ней вместе петь. Вот. И, в принципе, за 2 недели мы отлично подготовились. Сегодня вы это увидите. Обязательно увидим. А раньше принимала ли ты участие в каких-то подобных мероприятиях? Я принимала участие где-то 4 месяца назад на «Мисс Принцесса Украины». Я дошла до полуфинала, но потом в финал я уже не попала. Это проходило все в Киеве. Основная задача на сегодня – это победить саму себя и выступить как можно лучше. Переживаешь перед началом? Ну, честно, не очень. Не совсем. Чего можешь пожелать своим соперницам? Соперницам хочу пожелать, чтобы они были более увереннее и чтобы не задумывались, что соперница, не соперница. Самое главное соперница – это ты сама себе. А поки дівчата готуються, журі вже готові побачити у всій красі наших учасниць. Перш за все, будемо оцінювати красоту, звичайно. Це ж все-таки перша леді. Ну, а по-друге, декілька номінацій є. Сьогодні вони будуть показувати тут номер таланту та роботу перед фотокамерою. Це ми будемо бачити на екрані. До цього були декілька етапів турів. Це розпалювання костра. Ну, це було у сквері перемоги, там, де ми проводили це. Стрільба з винтівки, стрільба з лука та майкап. Я думаю, що конкуренція буде велика. Чим ви будете руководствуватися при виборі фаворитки? Ну, знову ж таки скажу, перш за все, зовнішньою красотою та номер таланту, звичайно. Тому що, ну, на мій погляд, крім зовнішньої красоти, повинна бути ще внутрішня духовна красота. Ну, так і буду оцінювати. Ви знаєте, я, наверное, вперше член журі на подобному конкурсі, опыта у мене нет в этом деле, поэтому я как-то по ходу дела уже буду разбираться. Но я думаю, все учасниці, которые сегодня будут, все они красивые, все они талантливые девушки. И единственное, нужно определить наиболее талантливую, которая сможет лучше всего себя проявить в тех конкурсах и задачах, которые поставили организаторы. Ну що, вам вже теж кортить побачити цих красунь на сцені?
Ще за декілька днів до урочистого проведення конкурсу учасниці пройшли невеличкі випробування. Їм належало вправно розпалити вогнище, постріляти з гвинтівки, лука та пройти фотосесію без підготовки. А ось зараз одним із завдань для дівчат буде творчий номер у їх виконанні. Побачимо, чим здивують нас красуні. Пусть будет пройдена страница, и кровь пролита пол-литра, любовь, когда хотят жениться, все остальное видит мир. Пусть лучше рвется там, где тонко, пусть будет больно и не кстати, любовь, когда хотят ребенка, все остальное висит. Пусть много зависти и лести на каждой жизненной страничке, любовь, когда хотят быть вместе, все остальное. Журі розглядає кожну кандидатуру на перемогу, я не гаю часу та цікавлюсь у бармена, як воно – працювати усю ніч у клубі серед галасу та незліченної кількості різних людей. Многие задают такой вопрос, ну, даже если не задают, то, может, даже хотя бы задумываются об этом. Это тяжело, это правда тяжело, но если ты, ну, отдаешься делу на 100%, если ты его реально любишь и готов посвятить ему, в принципе, всю жизнь, да, как говорил тоже Стив Джобс, там, ну, такие великие люди, которые добились успеха, вот, то ты на это готов. Ты, правда, очень много жертвуешь своего личного времени, ты жертвуешь встречами с друзьями. Все выходные ты попадаешь на работе, потому что если в празднике работать, то и у людей праздника не будет, собственно говоря. Так и живем. Как-то... А давно работаешь здесь? Да, уже сколько? 4-й год. 4 роки? Так, вже звик до цього. Та поки я ходила, уже й дівчата на сцені, а журі підсумки підбиває. Скажу, що кожна дівчина варта перемоги. Кожна з них доклала максимум зусиль, аби змагатись за звання першої леді. Та перемогу отримає тільки одна – найкраща. Суд республіки почнеться зовсім скоро, а зараз давайте будемо погружатися ще раз в очаровательну музику з очаровательними учасницями першої леді. Від через кілька минут ми узнаємо, хто побіг в цьому екстремальному конкурсі. Встречайте! Участницы первой лиги 2015. Yeah.
сделать несколько шагов вперед. Вот так звучит прям, несколько шагов вперед и все. Где винтовка? Виктория, не томите, иначе Каприка не начнет танцевать сегодня. Первая леди 2015 становится... Маруша Калина! Судя по такому жесту, я уже испугался. Ваши аплодисменты. Ну що, друзі, ми побували на конкурсі «Перша леді 2015». Зарядилися позитивними емоціями, насолодилися красою, що нас оточувала. І на цій оптимістичній ноті я говорю вам до нових зустрічей. Посміхайтеся і все буде добре.